Тюльпан Persian Pearl. Это розово-пурпурный, с желтой серединой, оригинально смотрится в закрытом виде. У него внешняя сторона лепестка покрыта нежно-зеленой широкой полосой, оставляя только розовый кант по краю, поэтому бутоны выглядят зелеными, а раскрываясь, тюльпан играет всеми своими красками. Тюльпан ботанический Persian Pearl. Низкорослый, раннецветущий сорт. Куст высотой до 15-20 см. Цветок в распустившемся виде похож на звездочку. Окрас яркий, пурпурный, с серебристо-зелеными полосками на внешних лепестках и ярко-желтым центром. Ботанические тюльпаны незаменимы для создания альпийских горок и ракариев. Место посадки тюльпанов лучше менять один раз в 4-5 лет. Тюльпан ботанический Persian Pearl – это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок. Тюльпан прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола тюльпан ботанический Persian Pearl можно отнести к группе обыкновенные. Тип роста этого симпатичного растения – низкорослый. Расцветает тюльпан ботанический Persian Pearl в месяц май-апрель. Лист этого прекрасного растения по форме линейный. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.